доводам прокуратуры ни одному слову веры нет. Все это надуманная фальшь, чистые аферистические игры прокуратуры, крышевание, тетушни. Вот это вот я обвиняю прокуратуры города Одессы и прокуроров, находящихся в этом зале, в том, что они керуют тетушню под ВПК батальоном «Айдар», «Украина – це ми» и всякие такие тетушинные платные организации в этом городе, которые занимаются ихними заказами, узаконенными. Преступления совершаются, активистов бьют, заводы отжимают, детские лагеря поджигают, и вот эти пидорасы их крышуют. Руслан, вот эти Руслан, сепары, Руслан. Сепарские рожи, вы посмотрите на этих без мертвецов. Без матов. Его наглой морде нет вообще ни стыда, ни Руслан, слова. По сути, тебя... Я их обвиняю в преступлениях, конкретно. За детский лагерь «Виктория», который подожгла тетушня батальона «Айдар» ВПК, вы несете ответственность, вы их покрываете, конкретно вы. Я заявлял и заявляю неоднократно. Поджог совершили ВПК батальона «Айдар». Руслан. Конкретно гражданин Руслан, России, Руслан, по мере который тысячи. Был ВПК «Айдар» и которого конкретно инструктировал по мере запобежного запада. Федосюк, как его там, это бэх, Саша, хрен. Руслан, по поводу твоего меры запобежного захода, что ты можешь сказать? Я стою. Что я могу сказать? На домашний арест. Я приехал не за деньги воевать. Я прошел весь Майдан, неоднократно был ранен, контужен. Я ушел на фронт после того, как мне легкое вырезали во Львове. Прошел все бои. В каждом бою хотел показать, как надо воевать, честно. Постоянно старался быть впереди, хотя было тяжко, да. Но я одно знаю. Я пришел сюда, на Майдан, против вот таких же жаверов, как вы. Руслан, по поводу домашнего ареста. Что в России вы одна хрень. Морально неустойчивые, предатели вы. Сдаете целыми толпами, без единого выстрела. Вы в ЛНР, ДНР с первого... В первую очередь прокуратура сдалась и кричала: «Путин, помоги!» Там и тяжко стало, прибежали на эту сторону, и в 15-м году меня посадили. За что? За сепаров. За то, что я арестовал внутри батальона «Айдар». Начальника контрразведки обвинил его и доказал, что он ФСБшная морда. За то, что я в составе батальона «Айдар» арестовал майора российского ГРУ. Руслан, и Руслан, в оконцовке меня же посадили, и причина — незаконное ношение оружия в зоне АТО. Это где можно было увидеть? Руслан, по домашнему аресту. Руслан, по домашнему аресту, что ты можешь сказать? Я ставлю вопрос. Я на каждый суд буду являться, вы что, не понимаете? Я пока эту тетушню за решетку не загоню, вот которые приходят сюда, вот эти баланчуки и вся эта гоп-компания. Я не успокоюсь, и они это прекрасно знают, они этого и боятся. Я на следующий суд, я вам отвечаю, я привезу свидетелей, которым они предлагали деньги за то, чтобы поджечь детский лагерь «Виктория». Вот это исправное внимание. Все, все. И что у вас есть, Даня, Саня? Ну, у вас же есть захисник, ну, заявить через захисника, хай зареєструють в ЕРДР, если вы действительно... маєте такі дані щодо... А за що я здесь нахожусь? Ну, я за це і нахожусь здесь, за те, що влез в эту їхню... У Київській, може, не знаю. Володіє інформацією. Не знаю. Судя, видаляться до речі.